И всем привет, с вами я, Александр Сучков. И в данном видеоролике сегодня мы будем пытаться пройти ледокол. Да, я это про это говорил в том еще видеоролике. Новый ранг. Кто видел, кто не видел, я видел, ребят. Я его уже получил на первом аккаунте. Кто видел, кто не видел, ссылка есть в описании на мой второй канал. Там выкладываются видео с первого аккаунта. А здесь со второго. Ладно, это не важно. Так. Сразу почти 3000. Вообще, мне кажется, то, что ледокол сегодня мы должны пройти, потому что у нас есть ножичек наш интересный, с которым мы будем все это делать. Так. Прыгаем, прыгаем. Опа, 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 опа. Давай, на. 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 А, кстати, ребят, на стенах интересно остается. А. А патрон же остается, да. Нет. Странно. Здесь должны оставаться. Да, здесь остаются. Давайте проверим. А интересно, сколько хп у стены вообще? Хп же должно сколько хп у стены. Хп у стены. А как вообще здесь? Я так и не понимаю. Как это делать вообще? Никак понять этого не могу. О, рука моя вторая. Так. Давненько я ее не видел. Сейчас мы будем проходить ледокол. Так. И туда. Игра начинается. Медик. Так. Ого, какие ранги! Охренеть! Офигеть! Офигеть, какие ранги! Что мы сейчас будем делать, я просто не представляю. Вот вообще, я не представляю, что мы будем делать с этими рангами. Вот только посмотри. Зачем они туда поперлись? Я не знаю, на этот ледокол. Блин, сидели бы вы в своих вулканах Анубисах, блин. Зачем они поперлись на этот ледокол, который даже я с таким рангом не могу пройти? Даже если топ-команда там, и то мы легкая не можем пройти. А тут такие ранги, ну ладно, ромб. Ну ромб, ладно, можно еще. Ну вообще низкие ранги, этого куда они лезут? Блин, с кем я буду сейчас играть? Охренеть, это просто нереально. О, все. Это просто я даже не представляю, с кем я сейчас буду играть. Это какой-то вообще, блин, с кем? Я не понимаю, загрузка, я не понимаю, с кем я сейчас. Они, вот эти вот двое, ну ладно. Двое, короче, из них точно вот сейчас сольют. Это вот 100%, это даже, я не знаю, это я, нет, не обсуждается. Ну, в общем, ладно, вы поняли. Вообще, а эти даже двое не грузятся вообще. Они еще из одной... Из одного клана. Охренеть. Это что сейчас будет? Один этот инженер. Нахер здесь инженер, я не понимаю. Взяли бы какого-нибудь этого. Патроны кто им будет давать? Я что ли, блин? Места у самого нету. Блин, это капец вообще. С кем мы сейчас будем играть на легком? Я не понимаю. Мы сейчас сольем, наверное, в первом же этом раунде. Это точно, ребят. Это будет что-то такое вообще нереальное, ребят, точно. Блэквуд начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Враг атакует по всем фронтам. Кто ты, пацан? Это операция масштаба Нормандии. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Понятно. Атакуйте их флангов из реактивных гранатометов. Сейчас можно? Наведите ракету на цель. Маркула 226 на позиции. Вне связи. Несколько целей. Стрелковое оружие. Как поняли? Уничтожьте силы Блэквуда с гранатометом. Помните, что ракеты необходимо вручную навести на цель. Иначе они уйдут мимо. Как я так... А, понятно. Не понимаю, как это делать.
Видели продвижение врага, но их подкрепление на подходе. Все, давай. Ракетный крейсер готовится к атаке. В укрытие! Сейчас все будет. Прицел. Далеко. Все, погнали дальше. 6200 сразу. Забудьте о крейсере, у нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Так, сразу. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Тихо. Мина. Так, вот здесь. Там же где-то минка из секрета. Кажется, что не будет. Так. Ранги маленькие, офигеть. Стрелок нейтрализован. Да, я благодарю. Ладно, как посмотрим, как они будут играть. Такие килы бы я сейчас сделал. Охренеть. Какие я бы килы сейчас сделал. Ну не ладно. Не судьба, видать. С этими, блин, минами. Тихо! Молодец. Тихо, мина! Взорвался уже. Убежали. Или вы даже до этого, до контрольной точки не дойдете. Взорветесь. Мина. Мина! Лох. Один, давай, хотя бы дойди до контрольной точки. Молодец. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Охренеть, все взорвались, один дошел. Инженер. Дима умный пацан. Злая бака. Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем. Бог, я побежал туда. Еще. На! На! На, блин, вот так. Тихо, прицелимся. Лучше сбить эти турели, пока они находятся в воздухе. Я сейчас еще убью здесь. Так. Ну пофиг, пусть сами там разбираются. Перезарядка. Так, ладно. Пусть постреляет парень. Стрелок убит. Пошли, пошли. Нет. Все равно всем одни. Капсулы с турелями уязвимы в полете. 500. По всем. По 500. Так. Как бы пофиг. Thank you.
так, за это еще. За это дойду все освещено. Понятно. Все. 4500 за две турели, охренеть. Так, кому тогда? Стрелок нейтрализован! Прайм даун. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Два раза, охренеть. Ну, медик. Медик. Идиот какой-то, медик. Медик. Походу, даже до этого не даю. Ну, стреляйте по ним, вы чё? Это чё, блин? А, это чё бежит? Меди. Лесы. Пошли, пошли! Уничтожьте крейсер реактивными ракетами. Вроде есть медика, а не ресы. Без руки, медик. Ох, ну чё, посмотрим. Блин, он чё, сам себя взорвал? Охренеть! Они такие нубы! Охренеть! Спасибо, что он его резнул. Охренеть! Шиморо. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте гранатометы. Точно цель. Выбирайтесь оттуда. Столько киллов! Охренеть! Ну куда ты бежишь? Стреляй-то туда, блин! Вообще! Стрелять умеешь! Давай, дальше! Чё, так использовал, что ли? Уже взорвался. А, уже резко. Уже знак использовал? Столько знаков они используют для того, чтобы пройти. Надо в конце только использовать знаки. Блин, вообще, нубы. Я вот даже не представляю, что это за нубы такие. Давайте. Значит, как только откроется, туда сразу. Боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Тихо-тихо-тихо. Вот она. Все. Самое главное, я выполнил, а цель не важно. Важно то, что я два раза скин. Важно то, что я там сейчас сливаю. Пошли дальше. Я почти я до него дошел. Ты чё? Ты поможешь мне, нет? Стрелок убит! Ну нафиг. Слушай, я буду кемпелем тогда. Блэквуд обратили наши охранные системы.
системы против нас. Придется уничтожать свои же турели. Нам не пофиг. Заблокировали все проходы, но кое о чем забыли. Правильно, вентиляционные шахты. Продолжаем движение. Все. Как они... Я хочу у них что-нибудь забрать. Как они, конечно, странно лежат, ну ладно. Да, довольно снимчики не проделаны. Что-то работает. Планшет, что ли? Графический. А, два слива. Медик, ты вообще... А, без руки. Без руки убили. Тихо. Покинул игру. Охренеть. Все. Мы слили, в общем, все. Нам не пройти. Дал два вот этих вот Роди Покусовича, вот этих вот два, которые одного ранга. Они, короче, вот два дебила, которые вот слили. Один зашел за медика, другой за снайпера. Охренеть, конечно. Ладно, если сольем, то сольем. Мы уже как все равно уже пройдем. Маленькие ранки, у них нет знаков. Не, ну может знаки есть. Кстати. Поэтому как-то с ними играть или как-то. А, гренаты есть. Жопу, я побежал. А то я сейчас солью и все. Да хотя бы не стыдно. Сейчас будет, все равно мне сочинить. Повторяю, стрелок убит. Сюда забежал-то, ты не мог раньше забегать сюда. Чё? Кто? Прям на этом? Не, нифига. Я так позволю с ним. Я вот пока не пройду. Хотя бы до какой-то такой части. Да ты задолбал меня, слушай. Все, ножом моим супер крутым. Победил его. Так. Сюда. Как-то так, думаю. Сюда спускаемся. Патроны.
Дайте патроны. Окей. Если будет, я буду постоянно тащить, это, конечно, будет что-то нереально. Смотрит как надо играть. Ты бежишь? Зачем ты бежишь? Еще кто-нибудь бежит? Все. Ну уходи от меня. Уходи от меня. Я убил стрелка. Так, комбо, наверное. Я просто набираю килл, мне как-то пофиг. Ну они сейчас все равно выйдут, потом сольются, потом выйдут, потом еще раз сольются. Давай, давай килл. Все. Нам стрелка, продолжаем движение. Так, тихо. Фух. Очень вовремя. Теперь ракеты снова под нашим контролем. Окей, ожидайте, пробежаем. Инструкций. Ой, пробегаем. Так, точно. И бежим дальше. Так, что там будет? Осторожно, тихо. Тихо, выходим. Миллионы людей обязаны вам своими жизнями. Ну, вряд ли они об этом когда-нибудь узнают. Ну, зато Блэквуд теперь не смогут обвинить нас в своем чудовищном преступлении. Атака Блэквуд — это месть за нашу недавнюю операцию «Черная акула». Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Блэквуд не остановится ни перед чем. Нихуя ты подложил. Стрелок нейтрализован. Вперед! Мозголом. Охренеть. Брат, убей, вот ты. Пошли, пошли! Тихо. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Как-то так. Мы потеряли связь с главной базой. Отправляйтесь в радиобункер. Они не промахнулись. Это мины. Весь сектор только что превратился в большое минное поле. Пикает, пикает. А, Эдик. Опять я один, что ли? Ну здесь как бы не стыдно будет проигрывать, так что ладно. Здесь точно не стыдно. Так.
Тихо. Где? Внимание! Блэквуд отправили в бой экспериментальный вертолет. У нас нет сведений о его вооружении, так что будьте осторожны. Вы должны сбить вертолет, пока он не натворил дел. Могу 2-1-1 на связи. Надо как-то быстро так, просто подойти и взорвать. Так, тихо. Так, все, патрон, ладно. Плохая видимость, огонь с поправкой. Ладно, мне хватит, ладно. Чё, взорву там? Граната! Взрыватель голов. Так, ну что, погнали. Цель уничтожена. Ты чё за мной-то бежишь, твою мать? Тварь. Так. Фу, чуть не слил, 11 человек. Опять. Что там, еще один? 3. Все. А еще один. Хабашку вроде... не хочу. Так. Ладно. Не ожидал. Два слива, но это ладно. Это патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Да. Могу отложить на позиции. Где связи? Близко противника в небе. Бейте ее. На позиции, как поняли. Атакуй цель на 3 дня, Макс. Я сейчас солью. Атакуй цель на 3 дня, Макс. Где он? Дайте. Все. Связь восстановлена. Пытаюсь связаться с главной базой. О, получил я, короче, ваша помощь. Ракета так. Больше не представляет угрозы, но мы потеряли связь с другой командой. Отправляйтесь во вторую шахту и проясните ситуацию. Конец связи. Бежали, значит. Тихо. Здесь тихо надо, потому что здесь еще будет этот мамонт. Он довольно-таки не такой, как надо, поэтому надо его... Я убил стрелка! Появляется неподалеку. Задолбали. Так. Так. Тут еще было? А, да. Как он стоит? Стрелок убит! Пошли! А, может... Ладно.
Так, тихо. Я пулемет не помню. Я думал, дуалки будут. А чё не стреляет? А, как тогда на этой... Как зовут-то? Мы проходили белую акулу, и там, короче, джиггернаута не было. То есть, как бы он был, но не было. А, вверх. Сейчас будут. Так. Сначала сливаем вот этих гадов. Ну, один уже слился, все на наш. Значит, я буду опять за ним. Это не по нему надо стрелять, вы тупые, что ли? Я не понимаю. Не по нему стрелять надо, куда ты палишь, я не понимаю. Давай, эти патроны там. Хоть повеселишь, что там. Так, значит, я бегу за мамонта. Вот так. Сейчас мы пройдем и выйдем тогда. Отсюда. Но мне почему-то кажется, все-таки мы не пройдем. Хоть я тащу, хоть как-то. Но я думаю, вот сейчас, когда будет турели, там, конечно. Сырьем сейчас. Нет. Сырьем. Почему он так подумал? Внимание, ситуация изменилась. Я без знаков играю. Вам придется запустить эту ракету самим. Я передаю координаты и коды запуска по закрытому каналу. Сейчас все. Введите их через терминал. Спасибо. Я... Пойдут ко дну. Тихо. Осторожно, граната! Давайте. Опа, молодец! Охрененно, вы это видели, ребята. Охрененно.
Тихо, сейчас будет... А, тут не будет, наверное. Так. Вот сейчас будет вообще жопа, сейчас. Честно, жопа, сейчас. Такая вот жопа. Но мы попробуем. Точнее, я попробую. Они, конечно же, сольют. Броня восстановлена. Игроки воскрешены. Блэквуд играет по-крупному. Ариадная врага собирается нанести удар по нашим ракетным шахтам. Всем приготовиться к бою. Так. Сюда? Это сложно будет. Да ладно, вы со своими рангами, это капец вообще. Да. Сядьте и сидите здесь. Прикрывайте. Турели, на вас нора. Так. Внимание! Корабля запущена капсула с турелями. Сбейте их, пока они не приземлились. Ща. Есть 2 кило. Ремонт готов. Охренеть. Тихо, сейчас будет охрененная жопа, конечно. Турели, сбейте их как можно быстрее. Ракета запущена. Приготовьтесь. Я думаю. Опа! Ой-ой-ой, я ранен. Очень ранен. Так. Так, надо передохнуть чуть. И погнали, нейтрализован.
нейтрализован. Так что я вообще жопу. Так, тихо. Сейчас вообще, короче, жопа будет. Стрелок убит. Пошли, пошли. Дальше, что? Тут чуть-чуть осталось, потом все. Так. Тут как бы автоматчики. Блин, патроны. Так, мало патронов, ну ладно. Так. Ща. Стрелок нейтрализован. Не знаю. Короче, пофиг, я буду использовать эти, как их. Вот это. Четыре раза хватит, я думаю, будет хватит. Турели, да. Сбейте их как можно быстрее. Блин, не тут сбил, не тут сбил. Ну все. Я твою мать слил. Я все, короче, слил, все. Так. Охренеть. Мы все слили. Все. Мы слили, все. Тупорылая команда, тупорылые эти как нубы, которые, блин, играть не умеют. Охренеть. Ни хрена я не получил. Сейчас посмотрим, сколько я смогу починить. $342. Пройдем. Нет! 333 убийства. Охренеть. Все, мы опять не прошли этот сраный ледокол. Вообще, трое игроков было. Ни одного медика. Охренеть. Опять я пытался один затащить, нифига не получилось. Вообще. Так. Ну, я думаю... Я думаю, в следующий раз получится. Так, ну ладно. 92, ладно. Пробую потом. Так. Ну что ж, ребят. Давайте проверим, что мы сможем починить на 300 там, сколько-то этих. Починка стоит $1485. Вот. Все. Чиним. 1000 у нас остается. Охренеть. Мы вообще, короче, в минусе. У нас ничего не получится. Кстати, здесь можно посмотреть, как он будет за этих. Охрененно. Ну что ж, ребят. Всем спасибо за просмотр, с вами я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, на Убас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.